Устанавливается связь с войсками. Ну, у нас архивы Тацита есть. Возвращением, командир. Ветгсб желает получить больше разведданных об этом регионе. Больше данных об регионе. Во время изучения Тацита ученые смогли изобрести прототип костюма для безопасного пребывания в красных зонах, зонах экстремального тибериевого заражения. Коротко называемый зоновый костюм. Он полностью неизвестен к влиянию тиберия. Рассказывали, типа. Жди, мне только команду создали. Хорошо. Найдите три интересных феномена, команда с ГСБ должен выжить. Check. Ну реально, бери меня, не дамажит. Три интересных феномена. Ну вон там и он на Эбуе, это интересно? Мы можем дверь открыть? Нет, не можем. Хорошо. Двери мы открывать не умеем. Immediately confirmed. Right away. Repositioning. Жум. Check. Received. Самолет упал. А, мы же через двери перепрыгнуть confirmed. Можем, да. Ну да. Taking the lead. Опа. Радио. Firing. No problem. Эту хрень я не убью. Эта штука не работает moving. На нее, да? Right так. Away. Confirmed. Right away. А, эта штука разбрызгивает тиберий! Назад! Реально. Разбрызгивает тиберий. Больно так, как я понял. Боссали. Ну, блять-то нормально, а? Отстань от меня. Убивают. Сколько тут этих зеленых тварей. Right away. Они невидимые. Почти. Даже вот эта единичная пехота тоже нифига не знает. Отстань от меня, вестероида. А, убивать меня хочет. Я уже почти сдох. Right away. И найти-то надо. Только посмотри на эту штуку. А, красивая. Я сейчас убью там, да? Опять там эта хрень. Неубиваемая. Check. В принципе, ее можно на пулеметной башне загреть. Где это мое? А почему именно это мое? А я похилиться могу. Или я уже хилюсь? Я либо сам по себе хилюсь, либо потому что у меня полевой госпиталь есть. Интересно. Что у меня еще есть? Ну, значит, еще есть. Эта тварь на меня пошла. Энергостанция еще одна есть. Она в атаке, вестероида в атаке. Помощь, помощь, помощь. Ворота. Открыть ворота. Убить тварь. Ну, тут дырка. Стреляй. А, сыт. Пушка на нее. Моя база. Встань от нее. Давай, заходи. Ха-ха-ха. Сдохнет. Ага, еще. Тибери после себя оставила. Интересно, умирает. Вот это тоже феномен, нет? Я должен был туда подойти, нет? Вот такие штуки находить надо. Прыгай. А, тут снизу еще карта. Видимо, уже... Чё? Хрена ты на мост нападаешь? Может, не надо? Есть у нас чё? Check. Moving. Check. Тун-тун-тун-тун. Moving. Right away. Confirmed. Тут же что-то есть, да? Moving. Наверное. Received. Right away. Received. Confirmed. Check. Immediately. Moving. Repositioning. А, видимо, мне надо куда-то туда. Confirmed. Карта так-то еще до финала. Immediately. Taking the lead. Но там она заканчивается. Да я не могу. Repositioning. Check. Immediately. Check. Taking the lead.
Опять визероид. Страшная чертовщина. А, тут конец карты. Да, как-нибудь облетим их. Не особо мне хочется с этими чертями сражаться. А можно не делать так, чтобы команда подходил туда? Атакуют. Там пистолет. Страшная черть. А, кстати, маленькая какая-то. Маленькая и быстрая. Да нет, меня. Уйди. Уйди от меня. Не отстанешь, да? И вот я улетел от тебя. Эй. Бум. А там еще одна такая тварь. А чё, я вроде больше ничего не нашел. Или вот то, что там показало, типа, засчиталось. Confirmed. Keep him busy. О нет, тут еще больше астероидов. Противные черты. Похоже на управляемую ионную бурю. Ага. Управляемую ионную бурю. Все, я все сделал. Регистрирую вибрации, исходящие из-под земли. Oh no. Это огненные танки. Я бы советовал улетать. Основное задание выполнено. Эй, откуда тут ноды? Разве мы не всех перебили? Братство захватило командос. Алло. Значит, они намерены подготовка. Изучить материалы костюма. Они охренели? Спасти команду, уничтожить базу нот. Подготовка. Я думаю, надо на скорость ставить вот этих вот соколов. Хищники, это дичь. К взлету готов. Что там еще у соколов можно качнуть? Их центр и штаб. Можем качнуть им вот эти штучки. Обнаружен противник. Это дичь. Так, закрыть ворота. Они, кажется, идут сюда. Ни хрена себе. Они качнулись просто за то, что они есть. А, там неплохо их, кстати. Так. Я могу восстановить то, что я тут сломал? Я надеюсь, да. Строительство завершено. Я не могу. Ну ладно. Башня все равно сама по себе должна... Так, нифига соколов. Техцентр у меня имеется. На базу напали. А можно, а нельзя. А все, нельзя. О, нифига, чего они делать умеют. Тогда, отмена. В принципе, соколы вместе с этими могут пойти куда-нибудь. Через какие ворота мы пойдем? Через эти, наверное. Что происходит? Пехота здесь. Один стрелок. Есть. Два. Вас понял. А где у них база? Там сверху. А, тут карта, там вон сколько еще. Полетели. Мочи эту тварь. О, плычечки. Плычечки, это приятно. Единственная проблема у нас в том, что... Что по нам стреляют свои же. Задавить их можно? Их не задавить, кстати говоря. Вот у меня с пехотой проблема, значит. Блядь, заезжаем сюда. Значит, надо еще что-то против пехоты сделать. Подготовка. Голиафа получается. Укажите цель. Хотя я могу и росомах себе заказать. Ходим в зону высадки. Потому что что-то росомах мне не дали в итоге. Жим. Посмотрим, что у них там по базе вообще. На базе напали. Подкорение. Обнаружен противник. Обнаружен Тиберий. Система в норме. Ё-моё. Подкорение. Ни хрена они тут построили. Понял. Что вы думали, господа? Понял вас, уже пути. Ломай его, ломай. Ха-ха-ха, все, добычи у тебя нет тоже. Ну у него там дофига чего есть, конечно. БТР-кам надо бы тогда вот эти патрончики красивые. Еще можно взять под калиберный. Они чуть ли не сбивают эту зенитку. Строится. За прикол. Мне надо бы что-то нормально.
Командир. Живем с собой. Выполняю приказ. What's up, command? Строительство завершено. Добавим еще одну фигню и поехали. Обнаружен противник. Тюри-тюри. Люди едут, мочи его. На самом деле эти штормы какие-то страшные. Не своих, даже жестче, чем чужих убивать. Сжигает. Особенно сейчас. Жесть какая. Так, патроны под калиберные, хорошо. Нормально. Опять у него ворота, а. Приятная на самом деле тема. Заходим. Просто заходим. Заезжаем. Бум. Кто сюда? Кто на базу? Все, теперь можно атаковать. Это ему не надо. Это ему не надо. На базу напали. Накрывай ворота. Ремонт. Он, кстати, бил их, пока я их не закрыл. В чем прикол? Там был какой-то скрытый смысл. Потеряно. Ну ладно, это тоже фигня. Объект атакует. Довольно легко. Пока что. На базу напали. Я победил. Ура. О, топовый. Самахать топовый. О май говна. Объект атакует. Это сдохло. Спасти командос, уничтожить базу НОТ. А где командос? Как мне его спасти? Он куда-то в другое место улетел. Бей их, бей их! А, нифига, фото-то меня хреначит, который остается. Он еще и обратно отстраивается. Крепление нам не помешает. А самахи гораздо лучше, чем Голиафы, конечно. Что вы делаете? Обнаружен противник. Не ворота ломай. Это типа враг. Бей их, бей их! Да. Огонь! Допустим. Враг там! Бей их, бей их! Я засёк! Прям подо мной строй что-то. Кто это придумал? Подкрепление. Не реально агрится на ворота. Это странно. Все, прекрати. У тебя денег-то не было, ты как строишься вообще хочу? Почти деньги отменил еще в самом начале игры. Еще и на базу умудряется нападать, чё? Кем? Откуда у тебя люди? Что, у тебя нет базы? Надо бы посмотреть, что вот здесь может. Значит, ты выполнил. Команда с дня. Вот они его сперли. И куда-то не сюда, да? Видимо, справа все-таки. Обнаружен противник. Ну, это мутанты. Там ноды тоже с мутантами в тиме. Даже вейн-монстр есть. Жильный монстр. Они его собирают, ноды?
Интересно. Обнаружен скрытый объект. Объект атакует. Заходи. Эту хуйню бейте, алло. Тут нам все надо сломать. Пел. Убегай. Беги оттуда. О, здесь больше ничего нет. Ура. Спасибо. Ну что, а теперь в бой. Ну, нодовцы в этом регионе стали. Хорошо организованными. Нодовцы, блин.